Дорогие друзья, в это нелегкое для всех время мы все так же продолжаем публиковать для вас актуальный контент про значимые события из жизни знаменитостей. Сегодня с огромным сожалением мы вынуждены вам сообщить об уходе прекрасного человека. В возрасте 67 лет скончался популярный российский актер Сергей Белый. Сергей Белый родился 13 марта 1957 года в Перми. В 1983 году он окончил Пермский государственный институт культуры. Сергей Белый начал свою карьеру в кино в 2013 году, появившись в комедийном фильме «Испытательный срок». Также он снялся в таких картинах, как «Пепел», «Гастролеры», «Город особого назначения», «Черная вода», «Порт», «Екатерина», «Самозванцы» и многие другие. В 2017 году он исполнил одну из ведущих ролей в философской драме «Невод», которая была представлена на Варшавском международном кинофестивале.